Итак, мы продолжаем. Нас заперли в сарае. И мы сейчас будем искать, чем бы можно себя порадовать. Здесь как-то немного чего есть. Я думаю, могу использовать это для хер знает чего. Может, здесь можно отковырять что-нибудь? Ну, можно было бы подцепить, в принципе. Да, одной рукой сложновато. Так, а я видел там, сверху был молоток. Ну, круг, он просто необходим. Это что? Что-то острое. Ну, молоток-то сверху вот лежит. Давай, давай, давай. Хватай. Хватай. Вот есть швабра. А, это не швабра. Это грабли. Возьми грабли, блин. Подцепи молоток. Что за бестолковое создание? Все, осмотрим, конечно, но молоток-то можно было и так достать, по-моему. Так. Полочка. Можно встать на полочку и достать молоток. Дерьмово получилось. А где же молоток? Ну, осколки. Так, молотком можно снять эти гвозди. Отлично. И вот он, путь на свободу. Так, нам нужно попасть в кабинет доктора, чтобы найти что-то, чем можно зашить рану. Так, нужно попробовать обойти. Вообще, лучше бы посмотреть в окно, есть там кто-то или нет. Конечно, здесь закрыто. Блин, здесь ходячие ходят. А задней двери никакой нет. Есть окна. Окна нам не нужны. Давайте попробуем войти в дверь в наглую. Нет? Даже не вариант. Думаю, становится хуже. Я думаю, в окна бесполезно долбиться. А с этим она что сделает? Ничего она с этим не сделает, правильно? Что, остается парадная дверь? А, нет. Здесь можно проползти под дверью. Так. Тут хорошенько так забито. Но у нас есть молоток. Никто, конечно, не слышит ходячего. А мы откроем ему лазейку внутрь дома, и он всех сожрет. Ха-ха-ха.
first meeting in 5 minutes. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Нужно много объяснить, через 5 минут, обсудить через 5 минут, здесь будет собрание. Опс. Сломался ножичек. Вроде никого не видно. Что ж, я Люку много чего можно сказать. У меня есть что-то книга и чего? И хер его знает. А где ж, блин, тут кабинет доктора? Кухня. И что, все? Не, давай обратно. Так дело не пойдет. Надо было подслушать, наверное, о чем они там говорят. Или может пойти вообще наверх? Ладно, пойдем подслушаем. Может она не здесь, а не одна, может она кого-то приведет? Но они за ней точно не идут. Ну, короче, они нас обсуждают. Что они еще могут обсуждать? Вдруг она опасна? Вдруг она еще кого-то приведет? Она же не могла так далеко забраться одна. Что здесь? Так, птички, синички. Что, больше ничего здесь нет? Видимо, нет. Так и пройти здесь тоже никуда нельзя. А, теперь можно пройти, да? Проходим наверх. Как я и хотел. Только в прошлый раз почему-то это нельзя было выполнить. Здесь есть вода. Может быть, в аптечке что-то тоже есть. Что это? Иголка? Да, иголка. Нам еще нужны перевязочные материалы и что-то. Под ванну. Нет? Черт побери.
Просто нужно оставить этого ребенка. О боже. Все будет хорошо. Чтобы он был здоров, чтобы с ним все было хорошо. Ну, вроде пронесло. И еще одну дверь проверим. Тебе не, ты не должна здесь быть. Можешь ты мне помочь? Я не должна с тобой разговаривать. Мой отец не должен знать. Что ты читаешь? Книгу? Какую книгу? Мне нравятся книги. Это какой-то Gurgles. Что с тобой случилось? Меня укусил пес. Это должно быть больно и звучит страшно. Я могу умереть, если не позабочусь о ней. Ты понимаешь? Мне нужно что-то, чтобы обработать рану и... Сейчас подобьем, короче, девчонку. Она поможет нам. Отлично. Я Сара. А я Клементина. В общем, девчонка нам поможет. Мы друзья, да? Мы можем быть лучшими друзьями. Да, 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 мы друзья. Да, я обещаю. Она старше. Мизинчиковый захват — это навсегда. То, что она пойдет осмотрится. Ну, в общем, она старше, она может нас кинуть. Сейчас закричит. Я думаю, это то, что тебе нужно. Ты не можешь здесь оставаться, может кто-то тебя найти, а я не буду здесь оставаться, не волнуйся. Это придурочная башня. Но спасибо, Сара, что помогла. И нам нужно найти перевязочные материалы, они же бинты. Если бы я был перевязочными материалами, я бы лежал, наверное, в столе. Но здесь есть часы. Часы нас не интересуют. Совсем, ну не совсем бандаж, но... Все, теперь нужно вернуться обратно. Закрыто. Так, нужно вернуться обратно в сарай. Сейчас мы это будем аккуратненько производить. Сие действия. Забавно будет, если нас кто-нибудь поймает.
кидаем доп. Все необходимое у нас есть. Начнем с того, что нужно вдеть в иголку нитку, я бы сказал. Ну, если я правильно понимаю. Подготовить иголку нужно. Так, и как это? Просто вот так вдеть и все. Так, ну уж, может, рано еще. Что сразу зашивать? А как обработать? Положи пока иголку. Сначала нужно обработать. Потом зашивать. Или сначала зашивать, потом обработать. Но обычно обрабатывают рану, потом зашивают. Спокойно. Сначала льем, это больно, да. Зато все микробы мертвы. Так, теперь надо зашить. Давай. Начнем. Больно, да? Должно быть больно. А что делать? Ничего не поделаешь. Еще один стежок. Чем дальше, тем проще будет. Так, ну что, еще раз? Да, это, конечно, ужасно, но ничего не поделаешь. Последний? Должно быть последний. Да. Кровавые сцены, это не обязательно было показывать так детально. Все делать нефиг, теперь надо забинтовать это все. Самое страшное позади. Ну вот, ходящий приполз. Молоток. Молоток, не так просто. Кирпич. Кидай в него кирпич. Какого хрена, мужик? Отвали. Так, что, кирпич? Грабли.
Насадили. Кишками наружу, молоток. По голове. Быстренько по голове. Еще. И еще. И еще. Как он сюда, попал? Я все еще не укушена. Ты никогда не была. И вы оставили меня здесь умирать. Ты себе залатала? Где ты взяла эти? А она что, украла у нас? Эй, а где мой выбор? Ей все же нужна помощь. Блин. Несите ее внутрь, я посмотрю на ее руку. Не стоит здесь ошиваться, нам нужно быть внутри. Ты голодна? Что за вопрос? Конечно, она голодна. Должно быть, будет немного больно. Как она выглядит? Она будет в порядке, короче. Это был не укус. Если бы это был укус, уже бы была температура, и симптомы проявились бы. Сразу нельзя было так поступить. Просто держать ее на мушке и обрабатывать рану. Ты манипулировал моей дочерью. Я попросил ее о помощи. Она не та, кого можно просто просить о помощи. Ты должна кое-что ждать о моей дочери. Она не такая, как ты. Короче, она отстала. Короче, она моя маленькая девочка. Все, что у меня осталось. Я не знала. Ты прощена. Просто не допускай больше ошибок.